Итак, мотор, поехали, записываем. А как подать e-visa, visa application? Как вам зарегистрироваться самостоятельно онлайн и получить визу онлайн? Окей, значит, адрес сайта вы видите здесь. indianvisaonline.gov.in/evisa-tvoa. Okay. Благодарю. Так, надо звук выключить, чтобы нам мешал. Значит, выбрали. Здесь выбираем, когда вы попали на страницу. В принципе, можно сразу попасть на страничку, которая выбирает Visa. Apply here for e-visa. Это зарегистрироваться на e-visa здесь. Нажимаем сюда. На эту и мы попадаем, вот, пожалуйста, мы попадаем тем самым на страничку, где вы подаете e-visa application. Итак, выбираете паспорт. Какой у вас паспорт? У вас здесь список паспортов. Okay, дипломатик. Я сейчас первый раз смотрю вместе с вами. Original passport, да? Ordinary passport, official passport, diplomatic service passport, special passport. So, ordinary. Обычно, кстати, друзья, для тех, кто непонятно английский, можно использовать Google Chrome переводчик. Да, я сейчас в Google нахожусь, можно просто выбрать опцию, что вы в Google находитесь, выбрать опцию перевести страничку с английского на ваш язык, и все будет хорошо, окей? Okay? Все ваши поля будут переводиться. Не факт, что они всем аккуратно, но довольно-таки аккуратно, окей? Okay. Nationality, region, select nationality. Okay, what is your nationality? Okay. Что тут не работает, key, да? Okay. Nationality. Oops. Где тут у нас? Так, дальше. Port of arrival. Выбирайте, это вот здесь выбирайте аэропорт, в котором вы прилетаете. У нас Trivandrum Airport. Date of birth. Вводите дату вашего рождения, okay? Вводим дату своего рождения, okay? Так, дату своего рождения, okay. Так, есть, ввели дату своего рождения, enter. Не вводит эту базу, да, данные, да? Так, а что у меня? Окей, give me the options, man. Окей, база, дата рождения, какой-то дата рождения. Окей, 915 год, хорошо. Проходит, нет? А что тут, не понял? Окей, ладно, пойдем ручками, 01. Скажем, тут будет у нас... Так, что-то он не понимает даты, не понял, чем же дело. Хорошо, так, раз. Есть. Так, email address. Вводите email address. Вводите свой адрес почтовый. Okay, убедитесь, что вы правильно ничего не опечатали. В случае не копировать, лучше печатать. И дата, когда вы прибываете. Когда вы прибываете в ваш аэропорт. Okay. Какую визу вы хотите? Visa service. Турист виза. For 30 days. Для тех, кто идет по туризму, просто выбирайте визу туристическую. Okay. Ваш паспорт, убедитесь, что он не менее полгода действительно. Okay. На день подачи визы, кстати. На визу. Так. Я выбираю и турист виза. Я выбираю на год туристическую визу. All the following situations are permitted for the primary purpose for the following. Okay. Так, он говорит, что так выбрали визу на один год. И что тут у нас дальше? Все, в принципе, так. Выбираем, для чего мы берем визу на один год? Recreation visa.
это посмотреть места, просто проехаться, посмотреть места, увидеть своих друзей и знакомых. Short-term yoga program, йога программа, или short-term courses in local language, или вы хотите изучать какой-то язык, там, обучение, cooking и так далее, что угодно. Или вы просто volunteer work for short duration, или вы хотите где-то работать короткое время, okay? То есть выбирайте то, для чего вы хотите ехать. Я выбираю опцию recreation, sightseeing, то есть я еду просто как бы путешествовать, вот для этого, не более того, okay? И вводим capture, здесь вводим capture, 34, 9, okay, let's go, next. Please check that you are. И нужно нажать кнопочку, что я I have read instructions, I have all the required documents in scanned PDF format and photograph in GPX. То есть вам для того, чтобы продолжить дальше анкету, вам нужно, чтобы у вас были засканированы документы в PDF формате и фотографии сделаны в GPX формате. То есть это то, что потребуется дальше для того, чтобы оплодить эти документы. Okay? Not following documents are required to be submitted. И здесь говорится, о чем нужно, какие документы у вас должны быть. У вас должна быть так, applicants, recent colored photograph documentation. То есть у вас должна быть фотография 2 на 2 инча, это 5 на 5 сантиметров стандартная, в размере не менее 1 мегабайта. Следующая, copy of passport page containing personal particulars. Copy of passport page containing, да, то есть копия паспорта, которая содержит вашу персональную информацию. Это то, что вам нужно для того, чтобы заполнить и визу документа. Они сразу говорят, окей, супер, let's go. И вы переходите на следующую страничку. Okay. На этой следующей страничке вы вводите surname, given name. Так, я всегда путаю surname и given name. Given name это, по-моему, имя, а surname это у нас фамилия. Это европейский вариант, потому что в американский вариант там говорится last name and first name. Last name это фамилия, а first name это имя. Окей, сейчас переведем surname. Имя, да, фамилия, все правильно. Surname это фамилия. Отлично. Значит, мы перешли. Surname, значит, здесь John Doe. И вы пишете то, что вы здесь хотите. Так. Given name. Окей. Дальше. Have you ever changed your name? If yes, click no. And give. Меняли вы когда-то ваше имя? Говорите, yes или нет? Да, no. Говорите. Have you ever changed your name? If yes, click the box. If нет, если нет, ничего не говорите. Дальше, ваш пол. Okay. Дата рождения. Родились. Okay. Так. Страна. Nationality. National ID number, что здесь такое есть, интересно. ID number, окей, пишем. Religion. Ваша религия. Окей. Если у вас какие-то на теле наколки и так далее, шрамы. Ваше образование. Postgraduate это обычно институты. Professional это postgraduate. Okay. Дальше. Did you accept nationality region? Okay. Did you acquire nationality by birth or by naturalization?
by naturalization. Это значит, что ваш национальность, у меня выбран, да, nationality. То есть вы, это nationality, который у вас в паспорте, это по вашему рождению или по получению гражданства. Okay? Я выбрал по naturalization, okay? По получению гражданства. Если вы по рождению, то выбирайте birth. Okay? So, next. Previous nationality region. Ваша предыдущая национальность, если вы получили эту национальность по гражданству на эту страну. Дальше вводите номер паспорта, какой-то свой там, да, где она вышла у вас, где вам его выдали, date выдачи, дата выдачи, например. Так. 15. Что не выделяется, не понял. Странно. Когда истекает. Не вставляется. Так, она не вставляется, так понимаю. Enter нажимаем, все равно не вставляется. Значит, тогда пишем ручками. Окей, 01, касая, 01, касая, 20-25. Нажимаем Enter. Все, прошло. Тэбик нажимаем, можем переходить следующее. Any other valid passport, data certificate you have. Если у вас какие-то другие паспорта, пишите, no. Все, вы ответили. Следующее нажимаете Save and Continue. Нажимаете Сохранить и идти двигаться дальше. Или вы хотите остановить и потом, а потом перенести. Пишите Save and Temporary Exit. Okay, то есть вы потом можете вернуться. Вот это ваша Application ID, которая позволит вам потом вернуться. Data saved successfully. Please note down the Temporary Application ID. Потом вы можете вернуться по этой Application Temporary Application ID. Okay, и продолжите окончание заполнения этой вашей анкеты. Okay? Вот, пожалуй, так. Ну что, мы нажмем Save and Temporary Exit. И я думаю, этого достаточно для того, чтобы уже закончить самостоятельно дальше эту application. Okay? То есть по подсказкам. Хорошо, что-то так. Summary family name, the paper, given name. Что ему здесь не нравится, не понял. Не пропускаю что-то. Так, same, exactly in the paper. Есть имя, что-то непонятно. Петров. Петрович. Хорошо, он будет Петрович. Окей. Так, годится, нет? Окей. Что-то ему не нравится. Save and continue. Что-то у меня не пропускает. Что такое? Так. Может, надо маленькие буквы? Нет, он сам переводит большие. Окей. Красным, то непонятно, почему красный. Так. Все ввели. Все данные есть. Что ж такое? Что-то не пропускает. Что-то не пропускает. Что-то не идет. Ну-ка. Ну вот, друзья, на этом все. Нажимаете, что-то у меня не проходит почему-то на следующую страничку, не знаю. Может быть, оно сохранилось уже. Что-то на мне красное, не знаю почему. Если такая у вас будет ситуация. А, вот здесь, вот же, вот она, красный, вот она отмечена. Please select yes or no. Have you lived for at least 2 years in the country where you are applying visa? Жили ли вы 2 года и больше в страна, в которой вы заполняете анкету? Говорите, да, yes. Okay. Это важно. Okay, yes. Все, теперь мы можем save and continue.
переходим на следующую страничку. И здесь вы заполняете ваш адрес, ваш паспорт. Окей. Permanent address – это там, где вы прописаны. Present address – это там, где вы сейчас живете. Просто живете. Допустим, вы живете в Киеве, но прописаны где-нибудь там на хуторе близ Диканьки, например. Окей, пишите. И дальше имя ваших родителей, вашей мамы. Окей. Ваш статус – женаты, не женаты и так далее. Ваш employer ID. И затем нажимаете тоже Save and Continue, и вы перейдете на следующую часть application. Okay? Вот, пожалуй, все. Надеюсь, этого достаточно, друзья. Вы всегда можете сохранить анкету и перейти на нее потом позже. Нажимаете кнопочку Save and Temporary Exit. Так, Save не позволяет сохранить здесь. Надо вернуться на страничку, которую вы заполнили. Потом надо вернуться на нее назад. Попробуем Alt, стрелочка назад. Перейдем. Alt, стрелочка назад. Возьмем стрелочку браузера. Не возвращается. Не возвращается. В общем, вам нужно сохранять Save and Temporary Exit. Сохраните и выйти только тогда можно, когда вы поля заполнили. Здесь она не позволяет. Если вернуться на предыдущую страничку, я тоже уже не могу, получается. Okay? Все, друзья, всем любви и радости, живите в благости. Надеюсь, это поможет вам быстро заполнить анкету на визу и виза в Индию. Благодарю, намасте.